Начинаем тренировку. Ира немножко размялась. Разминочный жим с пустым грифом, который у нее является и рабочим весом, и соревновательным, и критическим. Давай, очень медленно, спокойно. Ноги. Так, давай, жопу подними. Вот так, да, на ногах. Все, воткни руки через ноги. Дай волну. Все. И на ногах стой, работай под низ груди. Хорошо. Отлично. Очень ровненько, хорошо. До конца не делай, немножечко как разминочку используй. Левая уходит назад. Хорошо. Так. Поехали. Да? Реабилитация после травмы, после отрыва сухожилий надколенника прямой мышцы и двух боковых связок на левой ноге. Сейчас делаю, 2 месяца прошло, сейчас делаю такие четверть приз. Полный рост снимай. Так, второй подход. Набавили 5 килограмм. Так, давай. Ягодички приподняла. Так, да. Раз, хорошо. 2, отлично. 3, хорошо. Очень ровненько все. Гораздо лучше, чем в предыдущем. Все, 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 ставь последний раз, давай. Я говорил, не делай до предела. Чуть непонятно. Да я просто задницу положила и все. Так, поехали. Так, сосредоточилась. Все. Движение начинается от ног. Напряжение по всему телу. Передается в руки. Стабилизация. Раз, два, три. Все, все, хорошо. Так, вторая попытка на 2 раза поднять 30 килограмм. Все, на ноги, мощно. Стабилизация, все, в руки. Раз. 2, хорошо. 3, 4, хорошо. 5, стоп, 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 ставь, все, хорошо, поймала. Поймала стабилизацию, видишь, и вес оказался достаточно легким, отлично. Так, сейчас я сделаю второй вариант приседаний, попробую уже на разогретые связки и сухожилия прожать немножко поглубже, удерживая за штангу, выравнивая спину, смещая нагрузку с коленных суставов и снимая нагрузку со спины. Работаем с одного дубля, пленки мало, Геленджик студия не выделяет пленку, поэтому актриса дорогая, надо сделать с одного дубля все, чтобы ей не оплачивать 5 дублей. 32 500 на штанге. Так, хорошо. Раз, 2, ставь, ставь.
так собралась. Такой вес-то еще не жало, поэтому в ногах силу, задницу оторвала, в лопатки уперлась, все вывела, хорошо. Раз, ставь. Так, хорошо, попробовала, хорошо. Так, следующий вариант приседа, сиси-присед, но он у меня будет в таком уменьшенном варианте, в искаженном, ну как получается сейчас. Так, Ирочка начала делать подсобку для жима лежа, отжимания под низ груди. Сейчас она разомнется и с каждым подходом будет опускаться все ниже и ниже. Да, может чуть-чуть пошире сделай, как вот для, как ты жмешь, вот приблизительно такой, да. А локти вдоль туловища, да, да. Да. Ну не чрезмерно, прямо так. Под 45 градусов, под лопатками 45 градусов. Вот на меня локти идут. Во. Хорошо. Да. То есть имитируешь жим. Это не для соревнований. Это для того, чтобы... ну почему жим лежа нужен? Любому, кто занимается в зале, потому что это стабилизация, это правильное ощущение своего тела в пространстве, это, в общем, такая собранность, дисциплина внутренняя. Поэтому нужно делать движение, которое многофункциональное, которое берет в себя максимальное количество мышц участников. Я буду делать упражнения на бицепс ноги. Но поскольку у меня левая нога оперированная, я не могу включать бицепс ноги в полном сгибании колена. Поэтому для оперированной ноги я буду делать вариант со жгутом, где не требуется выпрямление, сгибание колена полностью, но будет толчковое движение назад, где бицепс будет участвовать. А на здоровой ноге я могу это делать, я буду тянуть пятку к ягодице, сгибать полностью колено. Получится вот такое, вот такой винегрет. Здесь оперированная нога. Все, бицепс схватился, закисление произошло. И теперь здоровая нога. Некоторые смотрят, когда я показываю это упражнение на бицепс, вот сгибание пятки к ягодице, начинают повторять и не чувствуют ничего. Самая большая ошибка, которую вы делаете, это то, что вы сгибаете пятку к ягодице с согнутым тазобедренным суставом. Вот здесь работать не будет. Работа будет только, если вы оттянули паховую зону, бицепс уже сокращен, вы добавляете. Вот тогда вы почувствуете, тогда вы только почувствуете бицепс ноги. Вообще надо в группу записываться дистанционно и тренироваться со мной. Не хрен филонить. Так, Ирочка начинает работать на спину, на бицепс разными хватами.
Тоже многофункциональное движение. Тут и бицепс, и спина. Ну хорошо, молодец, все равно молодец. Да. Зато красивая. Ну все, тренировку закончили. Такая час небольшим. Вот Ира там доделывает еще пресс. И всем пока.